Если анализировать вчерашнюю игру, то я скажу, у нас настрой был запредельный вчера. Плюс соперник нам подарил в виде двух пятиминутных удалений такой шанс забивать. Но где-то мы их не воспользовались. Ну, удачно вратарь сыграл. Мертау. Сегодня, по сегодняшней игре, я скажу, что мы вначале полностью проигрывали единоборство, движение и желание, наверное, победить. Ну, были изменения в составе. И третий период, мы скажу, вытащили на жилах. Да, что сказать. Такие игры, еще даже до конца немножко не понял, что произошло. Опять же, надо отдать должное сопернику. То, что вышли в третьем периоде отмобилизованные, то есть в счете 2-4 вытащили такую игру своей командой. Вообще это безобразие. Будем разбираться, будем принимать меры, потому что так играть нельзя. Дисциплинированно у нас здесь вольных художников очень много в команде появилось. Наверное, результаты последние голову скружили ребятам, так что будем разбираться, будем наказывать. Вот а так. Это хоккей. От болельщиков вопрос по большинству не получается у нас. Ну, у нас опять же, у нас первую команду делегированы игроки, то есть у нас в каждой пятерке, то есть не достает по одному игроку, который у нас вначале играл, поэтому все рушится. Достойной замены нету, поэтому пока не получается. Будем работать.